считают, что укулеле как бы называется гавайская гитара. Но гавайская гитара совершенно другой инструмент, совершенно не относящийся к этому. Вот. Тоже не такой старый, лет 100, наверное, как бы. И это было преобразование из маленькой какой-то испанской гитарки, что-то типа такого. Вот. Так это считается инструментом как бы островных таких, ну как бы островов. И считают гавайской ее более, потому что на Гавайях более широкое распространение получила, потому что в 1900-х годах когда-то существовал ансамбль, ну как бы народных инструментов с укулелями разных размеров, так же как обычно там. Вот. И это был как раз гавайский ансамбль. Поэтому как бы из-за Гавайев она получила такое широкое распространение. Сейчас, в принципе, ее увидеть несложно, на ней много кто играет, она популяризируется в России, почти в каждом музыкальном магазине можно купить. Вот данный, вот как бы этот самый инструмент я покупал в Таиланде. Вот. Ну, как бы это знаково с той стороны, то, что я там жил на острове, и как бы и вот островная гитара, я так подумал, о, типа тема, надо купить. Вот. Как бы опять прострой. Тут как бы как середина гитары, в принципе. Вот. Если что-то хотите купить, вот именно вот такое этническое, укулеле как раз это хороший выбор, потому что там я всегда там на какую-нибудь иду питейный вечер, если понимаете, о чем я беру ее с собой, она маленькая, так сразу раз, под мышку, пошел, играю, все такие, вау, круто, как такое может быть. Вот. Звук весьма красивый, как бы, ну, мне нравится, в общем. Я могу предложить на выбор, что на ней сыграть. У меня репертуар на ней широкий. Я люблю что-нибудь. Могу Короля Шута сыграть. Могу давай, сыграть давай. Что-нибудь типа Ля Беструбецкой, там что-нибудь такое. Да! Ляписа сыграю. Я, конечно, хотел сыграть бы манифест, но там плохие слова, не библиотечные. Что-нибудь помягче. Слоняет громы, молнии, туманы и дожди.
во двор, играешь, тебя избивают, отбирают укулеле, идешь с соплевым пузырем домой. Ну ладно.